Это канал Максим Мадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Эк, идет загрузочка, блин. Она прошла, и мы идем к нашему дому. Я пытался, Тревор. Что тут творится, Рон? Они тебя здесь ждали. Здесь? Кто здесь был? Эти байкеры, после того, как ты убил Джонни Клебица, они портят мою собственность, да? Громят мой дом, терзают мою душу. Ты глянь на эту статую бессильной злобы, а? Она в раз миллион ценнее, чем этот Клебиц. И они ее раздолбали. Кризисом среднего возраста, урод. В этих дебильных кожанках. Они уроды, Тревор. Они уроды в кожанках. Уэйд, крысеныш, ты мелкий. Эй, Майкл, чертов Таунли. Жена, стерва, двое детей. Ты нашел его? Лос-Анджелес большой город, Тревор. Там много народу живет. А от тебя никакого толку нет. А? Выясни, кто совершил это ограбление, ладно? Живет ли Майкл Таунли там? Или кто-то подходящий под его описание? Или я закопаю тебя и твоего кузена, понятно? Конечно, Тревор. Спасибо, Уэйд. А теперь улыбнись. Да, так намного лучше. Ну, вали, вали, давай, быстрее. Ну что, Рон? Не пора ли нам... Поверить не могу, что они разбили мою статую бессильной злобы. Какая наглость. Какая охренительная наглость. Нам надо заскочить в амунацию. Сегодня 1 апреля, сегодня день дурака. Но я не знаю, какую шутку придумать, поэтому... Так обойдемся. Амунация в пустыне. Мелвин, что ты думаешь об Индестревов или Индестриц? Я беру в подарок мощную винтовку с прицелом и глушителем. Снайперская. Патроны возьмем. Глушитель. Улучшенный прицел. Все, что нужно. Рон, я достал винтовку, жди у меня на водонапорной башне. Понял, Тревор. Но будь осторожней, там везде байкеры. Еще бы, у них будут два самолета с оружием. Мы дождемся удобного места и повзаимствуем этих пушек. Я наверху не вижу товар, но вижу целую кучу байкеров. Выжди момент, когда сможешь подобраться сюда без лишнего шума. Дальше мы их перестреляем. Это типа иллюзии сейчас у вас были на глазах. Дальше на квадроцикле нельзя. Остановись и не попадись им на глаза.
Рон, ты не поверишь, что у одного из этих дебилов как будто припадок случился. Это я, не стреляй. Тогда шевелись. Шевелюсь. Ну ты прикрывай меня, хорошо? Стоп, охранник у диспетчерской вышки. Уничтожьте байкера. Это прям в башку тебе. Отлично, Тревор. Ковыляешь. Как будто в штаны наложил. Слышь, кто-то едет. Они его найдут. Не убивай водилу, пока фургон не установится, и пока он не выйдет. О, это тот самый офигенный фургон, да? Не стреляй, нужно выяснить, что он задумал. По-моему, он звонит убитым. Можешь пустить его в расход? Видел бы ты его рожу. Он выходит из вышки. Сними его. Вот и пуля пролетела. Под вышкой еще один. Метко стреляешь, Тревор. Там на башне еще один. Наверное, ищет своего кореша. Прощай, морячок. Так, я снова на мушке. Убивать пока некого. По-моему, кто-то вышел, и я слышу его. Блин, вот зачем я это сделал, а? Не попади в бак, а то взорвется. Не надо в бак стрелять, а то... А то они тревогу поднимать будут. Так-то. Ага, о, у меня оружие, сколько я забыл уже про это.
где этот, который близко ко мне находится? А, о, там внутри. Залезай в самолет. Самолет забит ящиками, так как ты сказал. Остальное оружие должно быть не здесь. Вези меня к тому самолету. Хо-хо-хо, вот сейчас самое время было уничтожать этот баг. Думаю, одного пассажира места хватит. Я в курсе, что он сидит у меня на крыше. Ох, короче, пропустил я это дело, потому что заново летать туда, это... Я не хочу такое делать. Мы достойно отомстили за статую. Это была понтовая статуя. Понтовая фигура из дешевого пластика. Но за духовную ценность деньгами не измеришь. Это я к тому, что ты хочешь отказаться от моей дури, чтобы облегчить мои страдания. Хочу. То есть, да-да-да, конечно, хочу. Ладно, хватит об этом, Рон. У нас еще много заказов. Тем, кто живет к югу от большого забора, больше всего нужны стволы. Тревор Филлипс Индастриз. Профессионалы. Административные победители. Все так. А теперь уйди, я буду медитировать. Теперь вы можете приобретать разнообразное имущество в Сан-Андресе. Имущество, которое можно купить, обозначено знаками. После покупки оно изменит свой цвет в зависимости от того персонажа, которым было куплено. Зеленый Франклин, Тревор оранжевый, синий это Майкл. Будет приносить еженедельный доход. Некоторые имущества за определенных персонажей только можно купить. Короче, все офигенно. Купив этот ангар, вы сможете перевозить контрабанду для Оскара. Так, возвращаемся там, где у нас Чен находится.
Так. Дальше у нас тут идут китайцы опять. Реально тупая, безмозглая деревенщина. Это ты права. Чен. Буквоед. Давай-ка выйдем и обсудим кое-что. Джентльмены. По-моему, я доказал, что моя организация может заниматься большими партиями. Я доказал также, что моя организация надежный поставщик. Так это или нет? В общем, мы будем действовать вместе. А теперь угостите меня колесами. Боюсь, что мы хотим выбрать другое направление. Что? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Эй, большой псих сумасшедший, хочешь массаж? Заткнись. Наш босс, отец мистера Чена, желает большего. Мы хотим перевозить наркотики и, возможно, оружие. Это же цель всей нашей жизни. Я же с детства об этом мечтал. Знаете, я всегда хотел международным наркодилером стать. Торговцем оружием. Ну так вот, я вас умоляю, дайте мне шанс. Мне очень жаль. Тебе жаль? Тебе жаль, блин. Я вам свою сраную душу открыл, а ты говоришь, мне жаль. С кем вы работаете вообще, блин? С кем? Я не могу вам сказать. О, нет, 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 ты можешь. Ты можешь, ты должен. Более того, с кем? С кем, отвечает, тебе говорят. С братьями О'Нил. С братьями О'Нил? Ты издеваешься, что ли? Нет. Так вот, насчет братьев О'Нил. Имеешь 140 на хвосте. Они срослись с черепами при рождении. И докторам придется... Да пошли вы все, короче, в жопу. И вы, и они. Козлы. Козлы, блин. Жалко, я их не могу ударить. Пошли в жопу все. Надо доехать до этих униловцев. Сейчас я им покажу. Да-да, точно так же я сделаю им. Нет-нет, пожестче даже. Да е-мое, ну что вы мне все мешаете, а? Я очень сильно тороплюсь. Электростанция, какая-то подстанция. Тревор Филлипс. О'Нил, ты сраный говнюк, ублюдок, чтоб ты сдох вообще. Это бизнес, Тревор. Этот кретин был моим клиентом. Это бизнес, хочешь поговорить? Мы все на ферме. Все наши, все. Можешь начинать выбивать все ваши имена на гробик, потому что все пути в лабораторию уже идут. Что станет от вашего семейного бизнеса, когда я уеду? Я не знаю. Вы все сдохнете. Проехал. Проехал чуть-чуть. Ну ничего, ничего, ничего. Мы уже... У них ферма тут рядом совсем. Сейчас мы эту ферму уничтожим, а... Всех этих закопаем. И никакой йети вам не позавидует.
Ух, сколько их здесь, а? Я только что говорил с этим психом, Тревором, и он едет сюда. Живо двигайте в лабораторию и займите оборону. Окей. Надеюсь, что эти идиоты его задержат. От идиотов можно что угодно ждать. Я с вами со всеми расправлюсь, гады. Со всеми вами я расправлюсь. Раз. Два. Сейчас их поменьше будет, я думаю. Поменьше, я думаю, их сейчас будет. А эти штуки... Нет, взрывать их не будем, а то они под тревогу, наверное, поднимут. Сейчас я всем вам тут устрою, блин. Козлы. Началось. Уходим. Оу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как их тут много. И сверху, и снизу. Ну, началось. Устроили. О-о-о, горит, горит. Надо здоровье пополнить. Ну, началось. Устроили музыку. Вот на миникарте их много, а я их не вижу. Они в доме, блин, все. Поэтому их и не видно. Просто будем в окна палить. А, точно, только что выстрел был оттуда. И уж точно мне это не показалось. Ну, подходите, чё вы там сидите-то? В режиме скрытности... Понятно. Так, кто-то сверху появился. Теперь... Нет, он теперь снизу уже. О, вон они там сидят, козлы. Теперь ваша ферма моя станет. Большой операции здесь и не пахнет. It's over.
Там кто-то прячется. На. Нет, пока спецспособность мне не нужна. Сейчас надо найти подвал. Уж точно в подвале кто-то должен быть. Подвал здесь? Нет. Но зато здесь аптечка есть. Это уже хорошо. И нет, не здесь подвал у нас. Здесь... Может быть, тут подвал. Так, здесь лестница на второй этаж. Давайте заглянем туда. Никого ли там случайно нет? Нет, всех перебили. Вся квартира разбабахана у них. Я забыл, где подвал. Здесь? Нет, не здесь. Так где же этот подвал сраный? Не помню, вот серьезно, не помню. Здесь нет. Здесь? Ты где подвал-то? Я не помню, вот где подвал. Там уже смотрели, там нету. Ага, вот где подвал. Вот теперь вам точно всем конец будет. Козлы. Козлы, блин. Сейчас вам всем точно придет конец. Ну уже, давай, давай, давай. Надеюсь, бензин не закончится. Надо весь дом поджечь. Сейчас вам тут нафиг все ваше гнездо. Посмотрим, как это вам понравится потом. Сейчас я вам тут... Горите, заразы. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот это красота. Обожаю на это смотреть. Вот это было красиво. Отойдите подальше от фермы. Сейчас мы отъедем подальше от фермы. А это я себе, блин, заберу сейчас. Ладно, смотрим на это последний раз и едем отсюда. Выполнено. Ледяной лабиринт. Иди сюда. Ты ведь даже не прячешься. Ну что, дело сделано?
Я старался, Тревор. Старался? Подойди-ка сюда, ладно. Бить не буду. Я старался. Знаю. Ты же сказал, бить не будешь. А ты сказал, что найдешь этого Майкла Таунли. В Лос-Сантосе два Майкла Таунли. Одному 83 года. Второй детский сад ходит. Я попросил воспитательницу позвать его к телефону на всякий случай. А она пригрозила, что вызовет полицию. Я не педофил же, Тревор. Заткнись, а то я тебя... Что еще есть? Я посмотрел всю телефонную книгу. Нашел какого-то Майкла де Санто. Возраст примерно тот же. Женат, двое детей. Как зовут жену? Аманда. Аманда? Да, ты гений. И давай, иди сюда. Никогда не скрывай от меня то, что я хочу узнать. Рон, бегом сюда. Правда? Мы с Уэйдом... А я? Ты исполнительный директор Тревор Филлипс Индестрайз. Найди какое-нибудь уютное место, чтобы мы могли денег заработать. И навести здесь порядок. Идем, Уэйд. Мы едем в Лос-Сантос. Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, о любви не дала. А зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, о любви не дала. Зацепила меня. Это у нас соседи слушают наверху. Разберемся с этими. Пока ехал, врезался в грузовик. Повернул, не показав сигнала поворота, и я врезался в него. Так, байкеры все еще остались. Надо покончить с ними до конца. Сейчас мы их все взорвем нафиг. Ладно. Ладно, столкновение не такое уж и тяжелое. Повреждение не сильно тяжелое, ничего страшного, в принципе. Ой, там охранники. Могут же быть. С задней стороны подойдем. Сейчас мы их все подорвем. Только надо так идти, чтобы они нас не увидели. Ой, выносливость кончилась. Там охранник стоит. Чёртов. Чёрт. Ты тот самый засранец. А чёрт, они меня выследили. Вы все слабаки. Ну, что-то их много сильно сейчас было. О, зато повреждений на фургоне теперь нету.
Вот так вот вам всем, поняли? Его матываться отсюда. Поехали, Лос-Сантос зовет. Да что ж такое, опять врезался в камни. Ну, Майкл. Вот значит, где воскресают мертвецы. Почти 10 лет прошло. Еще денек-другой. Ты уж всяко протянешь, да, старина? Обманщик, чертов. Я по тебе скучал, а ты даже не умер. Ты был моим лучшим другом. Ничего, скоро я приду и макну тебе мордой в унитаз, говнюк. Лос-Сантос, the city of shitheads. Where else would he be? It's Vespucci Beach, where he's staying. Так, заедем-ка мы, остановимся у квартиры кузена этого Уэйда. Кузен Флойд. Следуйте за Флойдом. Погодите, я припаркую машинку вот здесь. Флойд, это я, Уэйд. Кто? Я Уэйд, твой кузен. Кто? Твой кузен. Черт. Он к тебе в гости приехал. Давай, поднимайся, налей мне выпить. А, это ты? Я слыхал, что ты где-то дуешь лед. Нет, нет. Ты здесь. Неси зажигалку, будем дуть здесь. Здесь нельзя курить. Водка? Это дом моей подружки. Она на бизнес-конференции. Вам здесь нельзя курить, и оставаться тоже нельзя. Сколько времени прошло? Ты, я тебя не видел с тех пор, как тебя застукали в постели. Пусть это еще докажет. Вам обоим лучше уйти. Моя девушка убьет меня, если узнает, что у меня были гости. Если она тебя любит. Я же попросил. Она же должна любить и твою семью. Но у меня нет выпивки. Так иди в магазин и купи чего-нибудь. И ты давай тоже с ним иди. Так, ладно, черт. Теперь вы можете использовать квартиру Флойда в качестве убежища. Здесь можно хранить транспортные средства, паркуя их у дома. Прекрасно. Так, ладно, проверим, как у нас тут с делами. Так, это у нас выход. Можно спуститься, посмотреть. Так, здесь у нас машина стоит. Так, квартирка уютная. Кроватка прям такая, блин, прикольно, мне нравится. Здесь тоже кроватка. С балконом. А это? Ванная.
такая у нас здесь уютная. И аптечка есть. Ну, а так, квартирка, короче, прикольная. Можно здесь поспать. Ну что ж, вот такой вот долгий выпуск, блин, получился. На этом стоит закончить. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайкосы и подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем до свидания.